Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 26 июня. Погода очень жаркая, 27 в тени. И сегодня я хочу вам показать необычайно быстрый рост картофеля. Картофель был посажен 12 мая без ростков и вышел только в самом конце месяца. Однако тропическая жара в июне привела к тому, что картофель за 3 недели моментально вырос практически с нуля до бутонов, которые в течение пары-тройки дней распустятся. Это очень необычно для моей местности. У нас обычно сажают на майские и цветет в первой половине июля. Погода меняется, климат меняется. Будем надеяться к лучшему. Всем спасибо за просмотр. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!